Сегодня хороший повод. Мы собрались в начале нашего 97-го сезона для того, чтобы рассказать о некоторых предстоящих событиях. А завтра у нас, можно сказать, открытие сезона. 6 сентября у нас пройдет пьеса, премьерная пьеса по повести Льва Николаевича Толстого. Эта пьеса была написана Ярославой Пулинович, режиссер здесь у нас присутствует, Алексей Логачев. Сегодня будет сдача в 6 часов. И, соответственно, завтра премьерный показ на малой сцене. Это спектакль, который мы имеем в своем репертуаре благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы поддержки молодых режиссеров. Так вот, 8 сентября мы открываем со своим спектаклем «Капитанская дочка» в Самаре 11-й Всероссийский фестиваль лаборатории «Золотую репку». Об этом тоже важно сказать. В Самаре этот фестиваль проходит с 3 по 14 сентября, и наши гастроли открывают, по сути, этот фестиваль. 12 и 13 сентября также на малой сцене пройдет премьера спектакля «Соломенные ребятишки» для самых-самых маленьких. Это тоже стало возможно при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации под патронажем поддержки Министерства культуры Российской Федерации. 13 сентября, все знают, День города у нас. И Театр юного зрителя подготовил очень интересную программу, которая пройдет уже не в здании, а перед зданием на площади нашей, площади Киселева, дом 1, да, которая будет включать в себя и розыгрыш призов, и коллаж из самых интересных сцен наших спектаклей, и будут музыкальные номера, и будут выступления чтецов, и в то же время очень интересный проект задуман театр в окнах. То есть это тоже будет особенность определенная, когда некое немое действо жители города смогут увидеть в боковых окнах театра. 30 сентября у нас, с 30 сентября по 3 октября у нас проходят обменные гастроли. Саратовский ТЮЗ отправляется в Белгород с тремя постановками. В Белгороде мы покажем «Дядюшкин сон», «Велосипед с красными колесами» и «Самоубийцу». Соответственно, Белгород уже прислал афишу, она вывешена перед зданием. Привозят также три интереснейшие постановки, причем самое интересное – это тоже поддержка Министерства культуры Российской Федерации, и билеты будут сопоставимы с билетами нашего театра, стоимость их. То есть это вполне доступно будет для жителей города. И 1 октября пройдет, соответственно, постановка, спектакль «Куклы». Это постановка, скажем так, для взрослой категории. 2 октября, соответственно, пройдет постановка для самых маленьких, две постановки по «Зеленым холмам» Сергея Козлова, автор пьесы, достаточно современный на сегодняшний день драматург. И, соответственно, 3 октября завершает также еще одна постановка Белгородского драматического театра «Одноклассники». Современная тоже достаточно пьеса. И затем, по возвращению из Белгорода, наш Саратовский театр через несколько дней буквально представит еще одну премьеру, интереснейшую премьеру, режиссером которой выступил Юрий Петрович Ашеров, «Тряпичная кукла». 18 и 19 октября у нас пройдут в Саратове еще одни гастроли. Гастроли тоже поддержаны активно Министерством культуры Российской Федерации. Это гастроли Государственного республиканского Абазинского драматического театра с небольшим спектаклем для самых маленьких, для детей «Золотая стрела». Это нардская сказка, которая будет показана на малой сцене. Что также важно, 11 и 20 ноября у нас будут выпущены два дипломных спектакля Римы Ивановны Беляковой, которые будут проходить в течение сезона на сцене Театра юного зрителя. Это малая и большая сцена будет.
Затем у нас пройдет интереснейшая юбилейная 10-я лаборатория, в рамках которой будет огромный такой заезд и критиков, и режиссеров, и с разных городов у нас приезжают, скажем так, театральные деятели. Это юбилейная такая громадная лаборатория, которая также пройдет в конце ноября в стенах Театра юного зрителя. Из декабря у нас ожидается новая постановка, которая будет осуществляться Сергеем Пускипалисом на сцене Театра юного зрителя, которая плавно перейдет в следующий год. Юрий Петрович, пожалуйста, о творческих проектах, если не возражаете, у нас расскажете еще. Все эти работы, скажем, и работа Алексея Логачева «Отрочество», и работа Кати Гороховской мне очень интересны и дороги, потому что они связаны с большой многолетней работой нашего театра в содружестве с Олегом Лаевским по лабораторным работам, по поискам, экспериментам над новыми текстами, над новыми пьесами, с новыми режиссерами. И достаточно большое количество этих работ, проб лабораторных, вошли, как, собственно, мы и ожидаем всегда, в репертуар нашего театра с продолжением работы. Так случилось вот с Алексеем Логачевым, с «Отрочеством», которое мне было материал чрезвычайно интересен, и я с надеждой, и, к счастью, не ошибся, дождался вот сегодняшнего дня, сегодня будет сдача спектакля, завтра премьера. Так что я думаю, что Алексею и дать слово, поскольку он ближайший именинник. Мне остается только поблагодарить руководство театра Юрия Петровича и Анатолия Юрьевича, поблагодарить их за то, что они высоко оценили мой эскиз, мою заявку, которая прошла почти год тому назад в рамках лаборатории. Очень рад я, что какая-то совсем уж масштабная лаборатория пройдет в этом году в связи с ее 10-м годом проведения. Большой срок, надо сказать. Не во всех театрах столько времени проводится лаборатория. Саратовский ТЮЗ был один из самых первых, наверное, театров в стране, кто так вот регулярно, с такой регулярностью и частотой проводил лаборатории, поддерживал молодую режиссуру. А то, что получилось, вот вы сегодня можете посмотреть, а зрители завтрашнего дня спектакль, если будет принят сегодня, то войдет в репертуар театра. Все, что я хотел сказать в первую очередь. Если есть какие-то вопросы у вас, то ответим. Ну, я могу только сказать, дополнить, что эта юбилейная лаборатория будет не только в рамках привычных наших. Во-первых, в ней будет принимать гораздо большее участие режиссеров и новых текстов. Если до этого было 3, в лучшем случае 4, то теперь мы планируем не менее 6, а вообще замахиваемся на 8. Ну, в общем, время покажет. Кроме того, по окончании лабораторных показов и заявок режиссеров и авторов мы предусматриваем провести фестивальный показ спектаклей, которые выросли из лабораторных работ и вошли в репертуар нашего театра. Они вам, наверное, известны, но когда они собираются всей компанией, в общем, это представляет достаточно занятное зрелище эмоционально и художественно. Так, ну, что касается наших творческих планов. Вот уже Анатолий Юрьевич сказал, что вот мы начинаем сезон сразу 3 премьерами. Вот «Отрочество», потом, значит, Екатерина Гороховская представит в законченном виде свою заявку, работу интересную для самых-самых маленьких. Причем это достаточно интересная и необычная, уже достаточно долговременная как бы акции, которые мы проводим по отношению к самым-самым юным. У нас есть спектакль, которым нужно писать 0+. Подтверждение этому было в Японии, когда к нам приходили папы с грудниками и мамы, так сказать,
время от времени в процессе спектакля давали им пососать, потом все-таки они одним глаз открывали и что-то смотрели. Так что эта программа у нас продолжается, и вот в этой программе, значит, работа Кати Гроховской, очередная, «Соломины ребятишки». Потом будет вот фестиваль наших работ, наших спектаклей, которые выросли в лаборатории. Что еще я могу... Ну, имя Сергея Пускипалиса вам, наверное, известно. Это ученик нашей школы, ученик Юрия Петровича Киселева. В какой-то мере, кстати, я предложил к нему руку, как со-мастер, что ли, подмастерье мастера. Вот, так что это наш выкормыш, и, так сказать, его желание, причем давнишнее желание сотрудничать с театром и, так сказать, отдать как бы свой долг благодарности за то, что саратовский ТЮЗ Сережа сделал, вот в этом сезоне и в начале следующего года должно осуществиться. В содружестве с Алексеем Слоповским они работают над пьесой. Я ее не назову, она есть, я не обманываю. Я знаю точно название, я знаю точно, откуда источник. Но мы люди суеверные, так сказать, поэтому поверьте, что я не лукавлю и не что-то скрываю. Так что этот проект состоится в декабрь, январь и где-то, наверное, в середине февраля. К середине февраля, может, к концу января. 14 февраля, я думаю, будет, да, как раз... премьера должна состояться. Это будет спектакль для подростков. Вот. Ну, что касается «Тряпичной куклы», я распространяться не буду. Это великолепная пьеса Уильяма Гибсона. Проблемная, достаточно сложная, но яркая, красочная, обращенная к подросткам где-то в 10, наверное, лет. Будьте добры, вот мы летом встречались по поводу здания старого ТЮЗа, было много планов, разговоров, был Минкульт. Какая ситуация на сегодняшний день, что там делается? Я понимаю, что не совсем по теме, но все же здание волнует всех, что с ним будет, когда, сколько, зачем, где деньги и так далее. Я уже встречался, разговаривал и с журналистами тоже по этому вопросу. Я, если не заражаете, все-таки отвечу на этот вопрос. Соответственно, то, что не совсем всегда всем замечено, это не значит, что ничего не происходит. И для многих, мне кажется, в конце лета было удивлением увидеть, что там вдруг практически полностью разобраны после пожара практически все конструкции. Да, причем без перекрытия Вольской, все это в спокойном режиме, без какой-то вот нагнетания обстановки, как любит, ну, не только здесь присутствующий журналист, как любит вообще журналистское сообщество, такое ставить во главу угла события, немножко давить его, да. Совершенно спокойно происходила разборка, сейчас она завершается, подходит к концу. Я уже озвучивал, что 14 августа заключен следующий этап договора. Да, там победитель уже назван был, московская организация. Хотелось бы заметить, что саратовский ТЮЗ не имеет прямого отношения к этим мероприятиям. Там заказчиком выступает комитет Капстроя, вы прекрасно об этом тоже знаете. Да? Но при всем при этом к нам, безусловно, обращаются, советуются. И, ну, я сказал, кто еще лучше может посоветовать, какое оборудование, какое расположение помещений. И здесь ни разу еще не отказались, то есть все этапы всегда, ну, на сегодняшний день обращаются, согласовываются. Чтобы там, как часто тоже журналист говорит, а что там будет размещаться? Я говорю, неважно, что будет размещаться, в проекте однозначно есть две сцены, малая и большая. Это уже большое. Круг, сцена, оборудование, ответ уже есть определенный. Это здание будет в сфере культуры, культуры Саратовской области. А уже вывеска, ну, будет решаться, наверное, дальше властью, там, определенным образом, может быть, с нашим участием, да. Это, говорю еще раз, вопрос... Я считаю, что обязательно с нашим участием. Непременно. Это вопрос нашего участия предстоящего будущего. Распоряжаться этим местом.
Это вопрос предстоящего будущего. На сегодняшний день, скажем так, выявилось после разборки, проект был первоначально подготовлен, как вы помните, ну, фактически в существующем сгоревшем здании. И на сегодняшний день самая большая проблема, которой сейчас занимаются, это обследование несущих конструкций. Потому что уже выявилось, это я как бы общаюсь уже с строителями, сам выявилось то, что необходимо было обрушать то, что существовало в проекте перекрытия, то есть их обрушили, и они уже отсутствуют. И после обрушения прочность стен изменилась, несущая конструкция очень сильно изменилась. Сейчас ее обследуют, и вот я думаю, что в ближайшем будущем будет решено вопрос, продолжаются ли также работы, либо их надо корректировать, менять, связанное, еще раз говорю, самое важное, что меня беспокоит, несущая конструкция, это, ну, это опасность. То есть здесь какое-то ускорение. И здесь я все-таки говорю еще раз, конкретику, если вы пытаетесь от меня услышать, я не могу. Планы, будущее, это все-таки к строителям. Да? Но в плане, что происходит, то есть умалчивать, я говорю еще раз, происходят определенные этапы, спокойная, поэтапная работа. То есть разборка, она фактически подходит уже к концу. Обследование и ответы на вопросы. Что там нужно корректировать, изменять, что нужно производить одновременно и так далее. Деньги, как я уже говорил в прошлом году, и министр культуры Саратовской области говорил Краснощёлкова Светлана Владимировна, выделено в объеме 300 миллионов, они никуда не денутся, потому что это целевые деньги именно на это мероприятие. Именно на это мероприятие они в этом году, в следующем году будут расходоваться. То есть, соответственно, здесь мы вот разговаривали с Светланой Владимировной Краснощёковой, она говорит, Анатолий Юрьевич, ну, все понимают, что проект невозможно реализовать в течение одного года, тем более такой масштабной реконструкции. Есть предварительная договоренность, то есть нужно будет объяснительные писать, представлять проект организации строительства, который не умещается в рамках нескольких месяцев вот этого года. И, соответственно, обосновывать, чтобы они переходящие на следующий год были, и дальше работать. Все, то есть вот если вы понимаете, о чем я говорю, дальше вы будете пытаться говорить, если о деталях, я говорю еще раз, ну, давайте все-таки обращаться прежде всего к строителям, да, о деталях. В театре много молодых актеров, вот, а кто-то до главных или почти главных ролей был допущен, тут замечен не было. Вот, а в новых спектаклях, в новой работе в новом году будут какие-то такие вот, я не знаю, продвижение по такой актерской карьерной лестнице. Игорь Петрович, можно я уточнюсь? А кого вы имеете в виду? Много молодых актеров, которые не заняты, ну, либо практически отстранены от новых ролей? Потому что мне просто интересно это. Потому что у нас в том году было принято два актера, они заняли, ну, такую массу ролей, которые и главные в том числе, да, и второстепенные, то есть, ну, масса. Поэтому мне хотелось интересно. Кого вы имеете в виду конкретно? Неудачно сформулировал, на самом деле, вопрос. Просто смотрите, есть актеры, которые очень-очень-очень на виду, а есть актеры, которые вот мы знаем, что они. Вами не замечены еще. Может быть, мною не замечены, кстати, потому что я каюсь, я не все посещал. Вот. Надо изменять. Ну, видите, в свое время выдающаяся актриса Зоя Георгиевна Спирина, актриса нашего театра, народная артистка СССР, я был просто очевидец, свидетель всего этого дела. 8 лет сидела без новых ролей. Выла, скулила. Киселев, я говорил, Зоя, ну что я могу сделать? Так складывается репертуар. Я виноват, ну так складывается. Терпи, будет. И действительно, так сказать, по истечению вот какого-то срока, так складывался репертуар, так какое-то диктует время. Приходят какие-то пьесы, приходят какие-то актеры, которые, ну вот, вот то, что называется сегодня надо кушать, завтра уже прокиснет. И это состоялось. Поэтому в театре так бывает. Я не говорю, что это закон, так и нужно, но так бывает, во-первых. А во-вторых, мы стараемся, в общем, достаточно широко. Ну вот я сейчас репетирую тряпичную куклу. У меня практически, ну, два актера заняты среднего поколения, остальная молодежь. И Протасова, и Лисенко, и только что пришедшая год назад Топчева, и Андрей, и только что студент вчерашний, просто в июне только его выпустили, Саша Степанов. Они все и в два состава с уже более опытными актерами работают, и, в общем, крупные роли. Так что я как-то, ну, наверное, есть какие-то упущения, безусловно, я не хочу себя абсолютно обелять.
Ну, сейчас вот Алексей делает спектакль. В-третьих, ни в одном театре мира не бывает так, чтобы все артисты в нем заняты равномерно. Так не бывает нигде. Это невозможно. Тем более, что, во-первых, и от расклада очень много зависит. Во-вторых, артисты, люди все разные. У каждого своя в театре роль, свое место, которое он своей жизнью там как-то отвоевывает. Кто-то и все со временем какое-то вот свое место занимают и на нем существуют. Действительно, вот Антон Юрьевич не зря как-то там... Даже вне театра! Как-то говорит, а конкретно, кого же вы имеете в виду? Конкретно, да. Если бы вы назвали какую-то фамилию, да, вот мы бы ответили, что может быть это вы, конкретно, вы, да. Может быть, скажем, вот будет роль у этого парня или у этой барышни, не переживайте, ради бога. Это исторический факт. Красивый парень. Юморист, все. В жизни хохот за кулисами стоял. На сцену выходит дуб дубом. Но нет. Куда все девается? Но одну роль он сыграл гениально. Лакея в «Мудреце», который выходил с подносом во фраке. Причем он очень здорово по природе, что ли, под чего-то там, по наитию умел носить фрак. И вот выходит фрачный герой с подносом и говорит, как там? Уродливый пришел. И так же важно, как самый главный человек в этом доме уходит со сцены. Очень часто бывало, что эти выходы и уходы были под аплодисменты. Это единственное. Вот это то, о чем я говорю сейчас, Юрий Петрович говорит, о том, что многие есть артисты, которые могут вот находясь на таком месте, иметь больше успех, чем ежели получая какие-то роли большие. Вот они вот в чем-то. Обаяние в чем-то проявляется в другом. Есть такие артисты, которые. Язык не воротишь, ты тело начнет на работу. А вот прими, подай, выйди вон в театре, то, что называется. Считается несколько оскорбительным, тоже может быть гениальным. У меня, кстати, здесь Елена Маркелова, вопрос к Алексею. Да. Я поклонница отрочества, хотя спектакль еще не видела, видела эскиз. Я не знаю, я, наверное, увижу, насколько он полноценный спектакль, уже законченная версия повторяет. Ну, в два раза длиннее почти идет, понимаете? Да. Эскиз для был час. Насколько важно, насколько он трансформировался в процессе работы? Скорее разросся просто. Понимаете, на лаборатории очень мало времени, и задача у режиссера, который вот в таком коротком формате работает над эскизом, над заявкой, важно просто посеять семена, которые, если их увидит руководство, художественное руководство, администрация, они дадут возможности это доработать, чтобы это проросло. Я всегда об этом говорю, когда отвечаю на подобные вопросы. То есть вот тут принципиально ничего не изменилось. Изменилось только то, что как вот корни у дерева глубже становятся. Как это? Рассады или как? Ну, плохое сравнение. Ростки восходят. То есть скорее разрастание, углубление какое-то, конечно. Проработка более подробная, времени было больше, не 5 дней уже, а 45, по-моему. Ну, был полноценный постановочный период пройден. И, конечно, все то, что было заявлено, оно как-то вот со временем же еще артисты живут каким-то с этим материалом. У них это все начинает своей жизнью жить в голове, и у меня в том числе. Мы с этим как-то взаимодействуем, и что-то вот... Все только в сторону расширения, только расширяется все. Но каких-то сдвигов смысловых ни в коем случае. А зачем тогда... Понимаете, это все равно, что... Нет, конечно, можно плыть в Индию, а случайно Америку открыть, но... Это исключение из правила. Так не бывает. Всегда, если ты не знаешь, куда плывешь, тебе никогда не будет попутного ветра. Мы знали, куда идем.
Тогда спасибо, было что бы пришли. Ближе к детству, а сейчас ближе к юности уже, да? Ну, не знаю. Вот, ну, вот посмотрите, скажете, и вы расскажете мне после того, как увидите, вот напишите у себя или расскажете лично мне, как тут ваши впечатления и что произошло с ним. Вот это мне скорее даже от вас интереснее получить ответ на ваш же вопрос, чем вот самому как-то пытаться на него отвечать, потому что это одно дело внутри находиться, а другое дело, вот вы сравните с работой, которая была когда там проведена, осенью прошлой, а сейчас уже осень новая, вот. Итак, еще вопросы? Еще какие вопросы? Нет. Тогда позвольте вам на сладкое представить нашего сотрудника, давнего, но теперь в новом качестве, выросшего в наших стенах, на которого я возлагаю большие надежды, с которым, так сказать, с удовольствием и с вниманием работаю, Анастасия Колесникова, наш заведующий литературно-драматической частью театра, молодой сотрудник, молодой специалист. Я надеюсь, что вы с ней будете поддерживать связи. Все контактные, так сказать, телефоны или что там есть у нее в руках. Поэтому она носитель всяческой информации, и интересной, и менее интересной, которая обязательно дойдет до руководства театра. И без руководства что-то вам, в чем-то вам будет полезно. Так что прошу любить и жаловать, Настя Колесникова, заведующая литературно-художественной частью театра. Еще есть вопросы? Нет. Добро пожаловать сегодня и завтра, на сдачу, завтра на премьеру.